Ну что, площадку и только оградить, все, да? Там, наверное, слишком много... Мы про собак говорим сейчас, да? Начать с нее, наверное, чтобы люди, если будут гулять, не будут мешать собаками, кто будет выгуливать, да? Да, хорошо, а в парке что нужно сделать, в первую очередь? Ну, в парке... Освещение дорожки. Освещение дорожки, конечно. Освещение дорожки, ну, то есть вам парк дороже, чем площадь пока, да? Да. Парк больше, он больше притягивает. Просто здесь хотя бы брусчатку поменяли в том году, но дети как-то еще покружатся вокруг этого фонтана. И фонтан здесь сделать такой, ну, действующий. Просто территория это самая проблемная. А, друзья мои, если позволите, резюме. Вся началась история «Сохраним парк у Комсомольца». Давайте от этого толкаться. Вот дом построили, что сохранили. Я считаю, самое главное парк. Прямо само слово в идее парк. Делаем аллею, делаем дорожку, делаем собачник. Фонтан подождет. Мусорку только попросили перенести. Живую изгородь бы еще. Машины паркуются по краю. Да, но это уже частности. Ну, давайте за парк возьмемся, да? Парк это самое главное. Парк это как бы самое сердце. От него же то люди, фонтан был, за этот раз реально по деньгам не попадем, да? Да, самое главное ведь начали с парка. Вот площадка, освещение, туалет обязательно все равно. Да, туалеты вот здесь поставить, подумаем. И в парке два, да, мы договорились, туалета, да? Потому что парке все равно будут. Нет, здесь один и там, но это все парк, да? Ну, да. Вот и подумать насчет детской площадки, все-таки нужно определиться с местом. С местом, да. И если можно как-то вот с мамами еще дополнительно собраться. Вот, в четверг хотела сразу объявить, в четверг будет по то, что Надя объявляла, встреча с людьми, которые будут разрабатывать детскую площадку. И где отдельно будет это? Давайте, будем исходя выяснять. Вот как бы из такого положения, в парке должна быть тихая зона и шумная зона. Ну, кому там вот игровая, там, турники, если кто-то там хочет, для пенсионеров, кто-то вот вроде хотели. Для молодежи, а там в парке ты для пенсионеров, там для ног там все вот эти вот. А сегодня же бабулька лыжница, она так и сказала, чтобы была тихая зона, так оставить, да, как можно. Да. То есть должна быть все-таки тихая часть парка, где можно просто сесть на лавочку и, допустим, поговорить, или даже одному побыть там. Или с ребенком погулять, там поговорить. А и какая-то вот зона, где дети могут поиграть. Чтобы как-то не пересекалось все это, чтобы тут вот как бы. Бабушки пришли поотдыхать, книжку почитать, а тут дети на дух могут, да, чтобы ну, такого понятно. Тоже было.